Брагин Василий Петрович, герой Советского Союза, родился 12 июня 1926 года в селе Ермаковское Ермаковского района Красноярского края. 23 июня 1944 года в ходе боя у деревни Марьяново в Витебской области Василий Брагин первым проделал проход заграждения и повел отделение в атаку. В следующем бою отделение наткнулось на укрепление фашистов, путь которым преграждало минное поле. Не имея подготовки минера, Василий Брагин под пулеметным огнем проделал проход для отделения, сняв 8 мин. Ворвавшись в траншеи противника, отделение Брагина обратило гитлеровцев в бегство, открыв путь остальной роте для освобождения деревни. За эти бои младший сержант Василий Брагин был награжден медалью за боевые заслуги и орденом славы третьей степени. В июле 44 года, во время прорыва немецкой обороны к югу от Витебска, путь первому батальону, в составе которого находилось отделение Брагина, преградил дзот, не уничтоженный во время артиллерийского обстрела. Когда один из бойцов по пути к дзоту подорвался на мине, Брагин приказал отделению оставаться на месте и лично обезвредил 16 мин. После этого он поднял отделение в атаку и штурмом взял траншею перед дзотом, лично уничтожив 3 вражеских солдат, затем подорвал гранатой дверь дзота и взял в плен 2 пулеметчиков, открыв тем самым путь батальону. 17 августа 1944 года Василий Брагин одним из первых вышел к государственной границе СССР в районе города Кудиргас Новоместис, Литовская ССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом мужество и героизм младшему сержанту Василию Петровичу Брагину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».